1 августа – день рождения ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. С университетом ректора судьба связала еще со студенчества. Здесь же он защитил свою кандидатскую по тематике физика полимеров. В 1998 году он возглавил администрацию Елабуги и Елабужского района. Город превратился в обустроенный, динамично развивающийся промышленный центр и музей под открытым небом. Подготовка и празднование тысячелетия Елабуги в 2007 году позволили включить город во все возможные туристические маршруты. Уникальный комплекс Марины Цветаевой ежегодно собирает цветаеведов со всего мира. Так же, как и Спасская ярмарка, возрожденная через столетия, придает особый шарм городу. В команде с Рустамом Минихановым совместная работа приносит свои плоды по созданию особой экономической зоны Алабуга. Докторская диссертация по экономике Ильшата Гафурова, по сути, является теоретическим обоснованием необходимости строительства особой экономической зоны. 9 апреля 2010 года распоряжением правительства Российской Федерации Ильшат Гафуров назначен ректором Казанского федерального университета. Председателем попечительского совета становится президент Татарстана Рустам Минниханов, что весьма важно для развития КФУ. Объединение 6 вузов в один классический университет – это уникальный случай для России. Для того, чтобы сформировать хотя бы просто управляемую корпорацию, нужно время при наличии стратегического понимания целей и задач у лидера. Времени катастрофически не хватает, но что касается стратегии и воли, то с этим у Ильшата Гафурова проблем нет. Важнейшим решением ректора стало возвращение в стены университета медицинского образования. Медицинское направление, по сути, становится междисциплинарным. Здесь над проектами начинают работать физики, химики, математики, айтишники и даже гуманитарии. Появляются совершенно новые технологии в медицинском образовательном направлении. В рамках приоритетного направления СМП медицины появляется своя университетская клиника. Это не просто клиника, а медицинский кластер на базе РКБ-2, БСМП-2 и городской поликлиники номер 2. Причем уникальный для России случай, когда клиника переходит в юриспруденцию университета уже с прикрепленным населением. Начиная с 2011 года Ильшат Гафуров инициирует и лично сам курирует масштабные ежегодные инфраструктурные модернизационные работы. Причем, как правило, восстанавливаются заброшенные, запущенные здания, только что переданные университету под научно-исследовательские и образовательные цели. При помощи попечителя университета группы ТАИФ воздвигается новый корпус для химического института КФУ. Татнефть участвует своими ресурсами в реконструкции обветшалого здания для института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Университетская клиника все более отчетливо начинает приобретать законченный, технологичный вид современного медицинского комплекса. Здание бывшего полуразрушенного военного госпиталя преобразуется в современный учебно-лабораторный комплекс Института фундаментальной медицины и биологии. Происходит реальная кооперация науки и производства. Наука начинает все более интенсивно заниматься прикладными задачами бизнеса и промышленности, а промышленность и бизнес вкладываться в образование и науку. Впрочем, слова руководителей страны будут убедительнее любых других аргументов. Самое главное здесь наличие симуляционного центра мирового уровня. Я много слышал, чувствовал, что мы на правильном пути, но когда вот увидел, это гордость для целом, не только для республики, не только для столицы, это гордость для нашей страны. Я вот сегодня познакомился с инфраструктурой, которая создана уже в университете в рамках Института фундаментальной медицины и биологии. Прямо скажу, что все это, конечно, производит очень хорошее впечатление. Очевидно, что это все такого очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского, или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как вуз с историей, с традициями, с хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени и идти вперед. Не забудьте поздравить! 1 августа – день рождения ректора Казанского федерального университета Ильшата Рафкатовича Гафурова.